распространилась такая штука в последнее время, как так называемые исламские фильмы. И даже исламские мультфильмы их называют, иногда мультфильмы тоже. То, что по-арабски называют там силият, то есть какие-то постановки, которые на самом деле являются издевательством над религией Аллаха Субхану Тааля и являются издевательством над сподвижниками. Когда изображают сподвижников, играют роль сподвижников какие-то люди, выходит человек, играет роль, якобы он Умар ибн аль-Хаттаб, другой выходит, якобы он Хамза, третий выходит, якобы он Абу-Бакр, алиязу билля, играют роль сподвижников. В общем, пародируют сподвижников, да, и говорят про себя, что они сподвижники. Это издевательство. Это издевательство над сподвижником пророка, алейхиссалату вассалям. И это куфр. Хорошо? Это куфр. Поэтому называть эти фильмы исламскими нельзя. Это как раз не исламия, а куфрия. Хорошо? То есть фильмы, которые являются фильмами неверующих. Это неверие. Призывать таким образом к исламу – это неправильно. Хотя многие есть поборники вот этого направления призыва к исламу. Говорят, так призывать к исламу. Снимать фильмы, снимать всякие постановки там делать. То, что не было религией во времена пророка, алейхиссалату вассалям, из сподвижников, сегодня не может быть религией. Надо запомнить это правило. То, что не было религией тогда, не может быть религией сегодня. Что ты не нашел других для призыва, кроме как снятия фильмов, всяких театральных постановок. К чему мы это? Это издевательство. Так вот, если человек несет это к себе домой, если человек это открывает в интернете, если человек это смотрит, присутствует при этом, то он тоже становится подобным им. Даже просмотр этого, это тоже относится сюда. Говорят, хорошо указывают на это некоторые ученые. Поэтому нужно быть осторожным, потому что это издевательство над сподвижниками посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям.